Это правда то, что рассказал Атачбей о твоем сыне, Артугрулбей? Для начала прояви уважение к еде, подданной тебе. А затем прояви уважение к моей должности Учбея. Прояви самоуважение, и тогда будут уважать тебя. Знай свое место. Каждый будет знать свое место, эмир Бахаддин. А ты должен знать, что за едой, подданной тебе, следует вести себя достойно. А теперь я слушаю тебя.